Мы сейчас находимся на кухне, и я вам сейчас расскажу, в чем же заключается мой новый взгляд на стерео. Смысл в чем? Значит, здесь я сделал такие маленькие колоночки, да, из советских динамиков от катушечных магнитофонов. Это широкополосные динамики, 2 ГДШ, по-моему. Вот. Ну, не столь это важно. Главное, чтобы они воспроизводили те частоты, которые вас устраивают. Вот. Что я обнаружил? Когда готовишь что-то, да, и слушаешь музыку, невольно голова находится возле стола, возле этих динамиков. Да? Вот. И получился вот такой... такой вот как бы случай, я просто воткнул голову, да, вот сюда, а динамики справа и слева, они как раз были на уровне ушей, то есть между ушами. И что случилось? То есть я услышал очень интересный звук. То есть получается, левая и правая составляющая, да, звука канала я слышал отчетливо, но впереди я видел всю панораму звука. То есть мы не видим здесь динамики, но видим всю панораму звука. Звук впереди. То есть получается, по сути, как бы трехмерный звук. То есть я слышу как слева, справа отчетливо и впереди звук. То есть очень интересное решение. Сейчас на практике мы это послушаем, ну а потом обсудим. Что, теперь это мы все услышали. Могу уверить вас, что качество реальное, которое мы слышали, я слышу, да, это совершенно другое, намного лучше, да, эффектней, чем то, что передает камера через YouTube и микрофон на камерный. То есть вы с этим согласны. Вот. Но тем не менее мы очень ясно услышали разницу в качестве. Что у нас по стандарту вот у нас получается, да? Вот у нас комната, стоят динамики наши, да? И мы слушаем вот здесь панораму. По сути у нас панорама плоская, да? Что в нашем случае мы услышали? Что стоят вот здесь динамики, слушатель. Стоят вот здесь колонки, да, вот, но слушатель слышит панораму здесь и слышит панораму вот эту. То есть, что мы видим, что
по сути, звук из чисто плоского, да, по горизонтали, у нас расширяется до 180 градусов. То есть это реально на практике я проверил. Ну, можно как построить звук, может быть, на уши это все слушатель здесь. Он все равно будет слышать всю панораму вот здесь, и плюс панорама расширяется вот здесь. Вот. То есть мы слышим, ну, по сути, даже больше, чем 180 градусов. То есть это наши колонки, которые стоят. Вот, вот это колонки, наши колонки. Но на практике, каждый понимает, что комната, да, состоит из каких-то диванов, каких-то сервантов, каких-то там телевизоров, да, и как вот сюда поставить колонки, да, чтобы мы реально вот это шикарное стерео услышали. То есть единственный недостаток этого принципа — это то, что в бытовом нашем случае, ну что, мы будем ходить между двумя колонками, да, тут диван у нас, вот, то есть потом это может слышать, может быть, ограниченное количество людей. То есть один, второй сидит, да, он уже ухом плохо будет слышать, этот будет мешать эту колонку там, если, допустим, она здесь будет стоять. То есть, но как вариант вот для именно аудиофилов, которые одни в комнате, да, вот он сидит. И опять же, нужно проверить, возле стенки он сидит, да, и мы вот так построим звук, тут колонки. Или он в центре будет сидеть, да, диван наш. Ну, я пробовал так: диван, колонки. Вот на слушателя, да, вот, ну, вот такого вот плана. То есть я здесь сижу на диване, и колонки развернуты на меня. То есть получается, от стенки было расстояние, потом от задней стенки у меня было расстояние, но звук, я не видел колонок и не слышал этих колонок. Я слышал весь звук. Вот здесь он был. А если конкретно левый канал работал, значит, я его и здесь слышал. То есть, опять же, у меня панорама звука вот такая. А в стерео варианте, ну, что мы слышим? Стандартное, ну вот здесь распространение, да. Дальше комнаты он не идет. То есть мы не слышим вот здесь звук. Вот здесь звук мы не слышим. То есть вот такой интересный принцип стерео. Порассуждайте, но мне он очень понравился, но на практике реально я его не воплотил, так как, ну, сами понимаете, выбросить диваны — это нужна отдельная комната для прослушивания. Но это, конечно, будет бомбический звук. То есть всякое стерео — это все. То есть получается, что эффект наушников, да, где звук у нас панорамный, везде слышно, отчетливо слышно, каналы по каналам разделения, то есть все это мы вот как раз достигнем вот в этом варианте, когда, но это будут колонки звучать, и это будет эффект как в наушниках, но намного лучше, потому что мы слышим открытую акустику в комнате. И панорама звука у нас будет вот аж сюда заходить и вот здесь. То есть мы этих колонок замечать вообще не будем, что они стоят возле нас. Потому что весь звук пойдет за колонки. Вот такая вот теория. Может быть, она ненормальная для кого-то. Но я практик, и на практике я это увидел, и сейчас вам это немножко доказал через микрофоны камеры.
Но еще раз повторюсь, микрофон камеры, который сейчас в Ютубе вы слышите, это настолько примитивно по сравнению с тем, что я слышал на кухне, да, и я воткнул голову на кухне, да. Вот кухня у нас, то есть динамики вот здесь у нас стояли, вот, раз, два. И я вот голову сюда ставил, и получается, ухо слышало вот этот динамик, а это ухо слышало вот этот динамик. Вот. Но звук мы слышали вот здесь, и отчетливо, если левый работал, вот здесь. То есть опять же мы слышали всю эту базу, ну прям 3D. 3D. Вот вам секрет 3D звука. Все.